Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с нами снова я, Майнкрафтер Демастер, также с мной еще мистер Няшка. Всем привет, я вот тут в траву делаю. Зомби Виталий. Всем привет. Понежда. Аёжда, с вами Понежда. И пингвинёжда. Дорожда. Короче, мы сегодня будем прятаться на карте Маша и Медведь, вот на этой карте, блин, шейдерами вообще. Мне в лицо в реале солнце светит, еще и здесь. Так, давайте, здесь есть автовыбор очередей. Автовыбор очередей, поехали. Это что такое? О, у меня в интере три. Я третий. У меня красный. Два, ну, там... Я пятый. Ты пятый? Кто первый? А, стоп. То есть я первый, почему я первый? Ну, это рандом, чел, это у меня три выпало. А чё? У меня третий. А пингвин такой. Я второй, я второй. Так, смотрите, вот есть специальное место, вот, смотри, вот здесь, место для искателя, кнопку нажимай. Как отсюда выйти из этой... Все, давай, там таймер вроде есть, еще понял, попробуй таймер рубить. Я в черной комнате застрял. А, вау, офигеть. ТП, мистер Няшка, надо мастер. Запуск таймера, запустил таймер. Все, таймер пошел, мы прячемся, пацаны, дайте быстрее прятаться. Ой-ой-ой, таймер такой давит посреди экрана. Таймер давит, реально, давит. Блин, он еще на весь экран. Очень давит. Очень давит, очень давит. Очень больно. Заставляет делать какие-то необдуманные решения, да? Ноль, искатель вышел к ста. О, вижу кого-то, вижу. Ой, Вуджи, ты что там по проводам бегаешь? Вуджи, ну ты балбес. Так, это Вуджи, значит, по проводам бегает, да? Не, тебе кажется. Ладно, мне не лень бежать на крышу за Вуджи, это очень какая-то странная фигня. Так, сейчас я зайду. А вы вообще видите, Вуджи, посмотри на меня. О, там медведь вышел на поиски. Ну да, медведь вышел. Пони, ты теперь медведь? Да, я теперь медведь. О, кто-то слышал. Пони в доме, чуваки, пони в доме. Ты что делаешь? Пони в доме. Я знаю, где все, так что... Так, а я знаю, где мистер Няшка на проводах сидит, да? Нет, там Вуджи с пони. Ой, с этим. С пингвином? Пони. Пони, привет, ты что там делаешь? Пони, да вон они все на проводах, что ты с ними сисюкаешься? Да все, я побежал. Вуджи, нельзя палку использовать, ты что, офигел? Ладно. Что? Как? Сам умер. А ты что там за барьерами делаешь, а, мистер Пи? Мистер Пи пингвин, а? Я кайфую. Кайфую. Пони, отдыхаю. Сейчас мы тебя кайфушник. А чего Мишка все... капсала. А что за прикол? Все в одно место запихнули. Я не знаю, что они все в одно место запихнули. Да я не знаю, что все ко мне побежали. Лучше я не знаю, что там еще. Я тут телепортировался еще минут 5 назад. Этот засранец, что за вот этот вот, вы не прячетесь, вы просто вот на это, это кто такой сидит, это мистерня, о господи, еще и мистерняшка на дерево залез. Где он, Пони, тупо Макакич, да, не вон один на проводах, этот... А другой на дереве, другой на... А может вы их вдвоем зажмете, просто ее убьете, я понять не могу. А мы это и делаем. Капец, Вуджи, ну это кекич, конечно. Да чё, ты чё, а ты Вуджи убил уже? Вуджи упал. Он разбился смертью не храбрых. Он решил рукой побиться. А чё ты вокруг бегаешь? Просто так? Да я смотрю, я ищу нычки. Снизу принимаю, Вуджи принимаю, Няшка сейчас упадет. Оп. Блин, я его... Пони, ну ты профессионально. Ну слушай, а, двоих уже Макакичи скинул. Так, сейчас за ним 10 тысяч. О, Демастера вижу, Демастера. Да черт, какого фига? Иди сюда, сладкий, иди сюда, куда он бежал. Пони, я его обхожу. Сейчас Мишка тебя высосит, Да пошли вы, Мишки, гадни. А, я что так залагал вот это? А ну иди сюда. Мед, делись. Так, у меня сегодня соседи сверлили, будем мстить криками, так что добрый вечер, как говорится. А-а-а, не успел! Да! А куда ты там заглядывал? Еще кнопка есть. Да. О, куда я тебя? Вуджи телепортировал. Так, а пингвин, я же знаю, как тебя туда достать, пингвин. Пингвин, я знаю, как тебя достать. О, там Вуджи бегает, нормально. ГМ нельзя использовать. Можно. Нет, можно. Там место только через ГМ. Смотри, пони, здесь на дереве. Я же сюда не через ГМ попал. Ну, это нечестное место, его не должно существовать. Да, так я уже, меня поймали. Тебя тоже поймали. Я вас там вижу, это по проводам там бегаете. Так вот Няшка, убей его, Няшка. Так Няшку уже поймали. Да Няшку уже всех поймали. А Вуджи? Всех поймали. Да блин, меня не поймали. Да тебя поймали, ты умер, ты что-то разбился. Чего? Убегаю. Я не разбился. Няшка, ты умер же. Я тебя убил, Влад, алло. Чего, в смысле? Да, ты заспавнился на точке спавна, чел. Алло, я его... Подожди. Я упал, я упал. Залагало!
Я убежал, я на кнопку нажал, алло, вы о чем? Да блин, ну почему залагал? Няшка, а как ты объяснишь, что ты заспавнился в этой точке? Как ты мог убежать, если ты парчиклы передо мной, когда я тебя ударил, тебя еще, по-моему, Буджо убил даже два раза. Ты меня скинул с дерева, я побежал к кнопке. И тебя два раза ударили, ты заспавнился на спавне, потому что тебя убили. Да, нет. Да, ну хорошо, покажи нам эту кнопку, покажи, нажми на нее, ты не заспавнишься на спавне. Ты заспавнился на спавне не из-за кнопки, а из-за того, что тебя убили, чел. Ну да, кнопка на спавне не работает. Да, короче, кнопка на спавне нет. Ну смотри, смотри, вот. Вот смотри, давай. Покажи на кнопку, покажи. Вот я нажал на кнопку вот здесь. Ага, где появился? И все, и вот тут меня портнуло. Не-не-не, смотри, ты же появился на спавне. А кто у нас? Что за таймер? Так я искатель второй, нет. Пингвин уже ищет. А, чуваки, пингвин уже ищет. Прячьтесь, я вне себя искать. Не, Няшка, ты умер, я вас предупреждал, между прочим. А где, мне серию можно предоставить? Ладно, я не записываю, но у меня Word этот. Я как бы не этот, но мне кажется, просто пони, когда за Няшкой побежал, он сказал, о, демастер, и побежал за демастером. Нет, я убил Няшку. Я после того, как увидел, что Няшка заспавнился, я это убежал оттуда, наоборот. О, меня сразу выкинуло отсюда. Я хотел вам дать. Может, это лаги сервера, потому что у меня я все нормально, я просто. А ты можешь дальше зайти в настройки статистики и посмотреть, сколько у тебя смертей. А он не знает, сколько у него было потом до этого. Вот именно. Так, ну что, я выхожу. Блин, я ничего не успел. А как выйти из этой ямы? Я в какую-то. Ну, пингвин, убей меня, плиз, я тут застрял, кажется. А ты в этой штуке? А там есть кнопка. Где? А посмотри внимательно. А где? Да я из дома телепортировался. Из дома? Ладно. А где здесь кнопка-то есть, ты мне скажи? А я не знаю, ну там она как-то, посмотри на все. На все посмотришь. А вы слышите? Вы слышите эти фейерверки? Нет. О. Турун-турун. Ой, пингвин, ты че? Давай не будем, брат. Да отстань ты. А ты как такой быстрый? А пони, ты че, дурак? Пони, а зачем ты меня бил? Я же из-за того испугался. Пони, иди убивай. А как он такой скоростной сейчас был? Бонусы собрал. А я не знал, что так быстро. Так, пони, я тебя... Пони, а ты зачем меня бил? Пони, ты, кстати, не должен бегать с... А пингвин должен бегать с шапкой медведя, между прочим. А у меня нет шапки. Я тебе шапку медведя. Отдай шапку. Да, надо было взять шапку. Где я? Вот, надо было взять. Ладно, держи шапку. Чё это такое на тебе? Я теперь... Машенька вышла на охоту, ну что? А вы не слышите фейерверки, которые я запускаю? Он реально Машенька. Смотри. Пони не нужно, пусть он меня ищет. Смысл не нужно, ищи его. Ты был нормальным чел, я тебя бил как дурак. А зачем ты с мечом бегаешь как сикер? Зачем? Вуджи, валим отсюда. О. Ладно, окей, хорошо, мы попробуем проверить эту нычку. Ну, привет. Вуджи, ты свалил? Да. Я тоже свалил. Вуджи, ты прямо перед ним. Вуджи, беги, мы убегаем, Вуджи. Понял, лови их всех, что ты там делаешь, а? А я локацию... Я не понимаю, как он не видит ник Вуджи, ну ладно. Вуджи сзади! Опа-на! Пони не понимает, как сюда забраться. Опа! Понял, видимо. Не, ну это бред какой-то. Телепортаторы просто надо встать вместо. Это типа очень странно. Да они тут все бегают! А как он? Куда он тэпнулся? А он инвиз выпил. А, инвиз выпил? Да. Вот оно что, слушайте. Слушай, тут есть места, где ты просто подходишь и тебя телепортируют. Алло, да. Демастер, ты меня в ловушку попал? Это не я тут тебя телепортировал. Так в смысле? Алло, отсюда! А как туда? Как к нему попасть? Вот как к нему? Пингвин, что ты сюда идешь? Да только пингвин, наверное, знает, как сюда попасть. Пингвин, на столб как попасть с проводами? Через дом. Да блин, я заткнулся об дерево, так нечестно. А блин, стул заткнулся. Смотри, пони, смотри. Кто еще жив? Я. Вот отсюда, видишь? Где? Вот, видишь, я на забор залез. Ну? Вот, на забор залазь, а потом на дом прыгай. Вот сюда вот. Ты что, издеваешься? Да, можно по дому залезть, Ой, к Няшке попасть. А где Няшка, где он? Няшка на проводах за барьерами. А, да пингвин, иди завали его. Ты что, издеваешься через дом? Лови его снизу. Ты что, решил нычку не рассказывать? Он спрыгнул на дерево. Нет, вниз, он на дереве. На каком? Да вот на дереве, вот здесь. Ты что, колхозник?
А я думал, а нет, я запрыгнул. Я просто по деревьям пришел. Вы бы видели, как он прыгнул просто. Это надо было видеть. Все плохо? Очень плохо. За нас играет Руинер. Куда прыгнул? Алло. Алло. Нормально. А что там можно? Ну я знаю, как туда, типа, с другого. А он за картой бегает. Не-не-не, это карта. Это часть карты. Ой, толчок нашел. Там ничего не интересного. А где фейерверки-то будут давать сегодня? А кто да остался один Вуджет, можно... Няшка, ты жив еще? Вуджет, ты жив? Я дал жив. Только что фейерверки. Вот давай еще раз дай фейерверки. Бежит. Пытается найти, как сюда залезть. У нее ничего алло, не выходит. У меня зависает, когда я беру шапку. Фейерверк, Вуджет, фейерверк. Да я только что дал. Я не слышал. Так я тоже. Где-то там. Ага. Слышал. Слушай, а это кто бежит? А, это пони за Няшкой бежит. Да ё-моё! Так, Машенька вышла на охоту. Блин, страшно. И сейчас кого-то поймает. А где пони за Няшкой бежит? Не вижу. Она вон, где? Справа тебя, справа Вуджа, тебя. Береги. Вуджа вижу, Вуджа, вот а он. А где он? О, Вуджа, залез! Вуджа! Гоню двух барашек. Где? Они вот по лесу бегают, по лесу. Костян, сзади тебя, Няшка, сзади тебя. Назад смотри. Ага, вижу. Мистер Няшка как веселее, сейчас мечом получит в 3 раза быстрее, мистер Няшка. Тудун. Так, а где Вуджа, Вуджа? Вуджа в той стороне, Вуджа в той стороне был. Они в другую сторону тебя побежали? Он бахнул зелькой и убежал куда-то. Вуджа фейерверк. Где-то там. Где? Я не слышал вообще ничего. Где-то... Вот тут, у меня. А, вот, вижу. Вуджа убил Няшку. Он меня убил мечом, но это бан. Бам, я его убил, я добил его. Нормально. Я предлагаю его забанить. Отряд Машеник справился с заданием. Так, ну что ж, теперь я иду искать. Кто меня портнул сюда? А кто меня портнул? Костян, посчитай до 40 сначала, а потом начни кнопку нажимать, хорошо? Да нет, я до кнопки еще должен добежать, вы за это время можете спрятаться. Тудун. Так, добегаю до кнопки, нажимаю. А где здесь кнопка? Это выход, вот таймер. Все, отлично. Посижу на кресле, отдохну. А, ты типа считаешь? Нет, типа у меня таймер, зачем мне считать? Я тебе медведь. Где моя Машенька? Где моя внученька? Сейчас я его найду и с медом накормлю со своего барского меча. Не надо так по жожду. По жожду первый поймаю. Плиз, ты готов? Нет, не за жожду не готов. Искатели вышли, кстати, а да. А ты чё уже? Так, фейерверки, все вы фейерверку бахнули? Ладно, бахнули. У меня аж зависло в эту секунду. Чё, услышал? Нифига не понял, вы 10 фейерверков не запускаете, я говорю, каждый по одному. Ты сам сказал, бахните фейерверками. Да каждый по одному, значит, что нужно ими спамить, так же нифига не ясно. Костян что-то тут прыгает, кстати. Я решил классную мысль. А, я знаю, куда попасть. Слышь, ты зря за этим холодильником стоишь. За каким холодильником? Кажется, кого-то нашли. Даже не знаю, кто это будет. Константин! Да, мастер, а тебе нужен? Константин! Вы где? Вы что-то там заплутали, кажись, да, Константин? Про какой холодильник вы говорите, Константин? Так, чё, где вы? Фейерверки дайте. Константин, я только что вас видел. Я запустил. Я тоже запустил. Ай-яй-яй. Вообще нифига не понимаю, где вы. Это из-за того, что... А из-за того, что мне солнце в лицо светит, или что, я понять не могу? Да, опасно! Он тебя, это ослеп удар. Вот. Да, у меня дебаф на эту серию, у меня дебаф, чуваки. Бах. Хочешь еще фейерверк? А солнце еще хочешь? Константин, ты где? Я тебя видеть перестал. Ты куда исчез? Костя, куда исчез? Да мастер, выходи. А я это портнулся куда-то, не туда. Понимаю. Слушай, а если я скажу тебе классную подсказку? О, господи, как это ты в курсе этой подсказки или нет? Хочешь? Погоди, по каким-то норам где я бегаю. Я знаю, где он. Че он там так фейерверками в доме бахает? Скажи, что это норы... Норы кого? Норы кролика, там морковки есть. По-страшному фейерверки взрывает. Да я FPS проседаю, чуваки, полегче. Подожди, ты так хочешь, я тебе эту подсказку дам? Или не хочешь? Я по каким-то телепортам хожу, это все не то. Это что, самая плохая серия у Демастера будет за искателя? Да я что-то не знаю, что делать. Первую А что, никого не нашли еще? Да мне свет в глаза светит, я, блин, как будто бы в хоррор-игру играю, реально, у меня ничего не видно. Подожди, а ты можешь в очках играть, короче, в этих? А, в двойных, да? В двойных. Очки на очки, да? Отличная идея, бро, отличная идея. По кайфу вообще будет, да. Так, хочешь подсказку или нет? Так это стиль, это сейчас модно. Да, я сейчас такую моду устрою. Ты, мастер, хочешь подсказку или нет? Да не, нормально, я ищу. Фейерверк дайте? На. Запускаем все одновременно? Ну тут я запускаю 10 фейерверков сразу, я нифига не могу понять, зачем?
Не, я запускаю по одному. Блин, у меня, кстати, осталось 7 штук. А так а зачем вы спамите фейерверками, типа, чуваки, я же вас прошу нормально играть, вы... Все нормально у вас? Руинерная я вас так не могу найти, давайте еще по 10 фейерверков запускать, чтобы я тем более не понял, откуда звук идет, да, типа, этот прикол так такой. Ты говоришь, чтобы не запускали, ой, а говорили... Я просто ой, здесь, я уже 3 ой, раза или 4 попросил здорово, так не делать, и вы все равно так делаете. Тут... Нифига, что это? Ну, я где-то раз в 10 секунд. Был. Костя. Да, но я говорю, у меня я ничего не вижу почти, а меня солнце прямо в глаза светит. Оля, ты крыса, уджа. Капец. Крысюк нам. Ну вы где-то под домом находитесь, судя по взрывам фейерверков, но я не знаю, где как туда упасть. Не, я лично не нахожусь под домом. Костя, я находился где угодно. Кость, под дом доме, на доме. Дом? Костя там бегает, нет, прыгает, ищет что-то. Я тебе скажу так, ты раз 100, наверное, рядом со мной был. Раз 100. А че не миллион, а? Так, где, ладно, где? Так, я выйду из этой нычки. Дмастер, я даю подсказку, я у самого лучшего сервера в Майнкрафте. Где? А где это, я думаю, знаю. А, ты не в курсе? А... Я не все нычки на этой карте знаю, чел. То, что вы... знаешь, что... Посмотри наверх, наверх посмотри вперед, здорово. Где? Да вот. Дома? Капец. А. Да я говорю, у меня ничего не видно. Погоди. Я знаю, как Костя, туда попасть. Костя, режим хард-он. Режим хард. Надо выключить тебе солнце в моей жизни, реально. Сейчас позвоню, скажу, что подключите, Костя. Отключите солнце, я хочу чтобы играть. Понимали, чтобы вы понимали, время, да, боже. Время только еще нормально. Я прям нашел няшку, сейчас ему жопа будет. Меня уже убили, ты алё, ты... Кто тебя убил-то? Никого, кроме меня, Хантера, нет. Да пингвин меня убил. Так пингвин не мог тебя убивать, он не сикер. Так сама... Пингвин уже второй раз обманывает. Ты его убиваешь? А я просто его убил, что он в моей нычке прятался. Чего? Так, сейчас, секунду, погодите, ТП, типок... Так, погоди, рано, мистер Няшка опнул, давай можешь делать, действовать. Давай, это потому что наглёшь, давай тогда со мной будешь бегать. 10 секунд. Ля, ты мастер крысюк! Он к себе тэпнул, потом... Я никуда к себе не тэпал. А меня кто тэпнул? Здорово, пони, чё шифт не учили нажимать? А я пингвина телепортировал просто к тебе. А-а-а, так это пони сделал. Галыч! Галыч? Что Галыч? Так ты же с головой это. Какой Галыч? Михалыч! Вуджа, убивайте, Вуджа, я скинул его с дерева! Давай, Няшка, Вуджа, убивай! Все, убили. Я месть хочу сделать. Где пингвин? А вижу пингвина. Бабка бежит. Давай, Машенька ловим, Машенька. Старую бабку иди сюда. Давай. Убьешь. Толкай меня. Все, завалили. А кто четвертый ищет? Да все, пошли. Да не меня. Я, короче, стою такой, телепортирую пингвина, поворачиваюсь, там медведь какой-то меня долбит, фига я испугался. Медведь... А кто четвертый ищет? Так, кто последний ищет? Я. Не последний, нас пятеро. Абсолютно сумасшедшая игра. У нас еще пятый есть. А, я последний, я. Место для искателя. Пятого скипнем. Так, поехали. Ой, таймер. А погоди, пятый у нас мистер Няшка, да? Да, это я. Я не знаю, где тут место для искателя. Ладно, а вы же хотели сказать мистер Говняшка. А ты что тут делаешь? Так я искатель. Так вообще-то я. Меня пятая была, я вообще так, не искал. Так у нас четвертый сейчас еще. Ну все, вдвоем пусть ищет. А че вдвоем сразу? Не. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не, ну вдвоем это такое себе. Так, а еще кто-нибудь дайте фейерверки. На, держи. Даю. На, держи. Ты можешь еще фейерверков так, дать. Так, я могу у тебя вообще ничего не приду, слышу. И будет нормально, да? Россия щедрая. Я сейчас наковальни кину себе на шифт и могу, в принципе, пойти по делам, там, искупаться. Так, ну что, вы искать будете? Фейерверки-то классные. Да, блин, я вообще никого не могу найти. Так вас двое, и вы бесполезничаете. Так в смысле? Не, он один. Я один. Так, ладно, даю фейерверк. Там же выхода не было. Ой-ой-ой! Даю фейерверк. Да блин! Все, теперь нас точно двое. Даю фейерверк. Няшку. А, ну видишь, все нормально. Погоди. Даю фейерверк. Погоди. Влад, когда я говорил, что я никого не могу найти, я ж тебя видел. Да иди ты. Я ж специально. Так это у вас какие-то суперсильные игры. Так что, а где пони и пингвин на месте сидят, правильно? Нет, неправда. Фейерверки-то дайте пацанам, что вы так это? Так я запустил уже сколько. Ну а так вы-то спамим один запусти, хватит, пусть они поймут, где ты. Я понял, Влад.
Они это. Кто? Нычки пингвина, короче. Так. Да. Что? Что? Вон фейерверк. И пингвин понял, только что вас спас, загрел их на другое место и телепортировался оттуда. Они уже почти близко были. Да, 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 да. Так, 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 так. Так, ладно. Мне нужно. Костя, потом показать кристалликс? Ну, я, кажется, знаю. Я видел, может быть, на прошлых записях его, но сейчас не помню, куда попасть. Так, ну что? Я могу показать. Вы ищете там или что? Мне кажется, они сдались. Ребята, я уже спать хочу. Ой, как зевать-то тянет. Ой, Машеньке, надо попить. Да как туда залезть-то, я не понимаю. Куда, 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 куда? Дневной да, сон. Да куда? Машенька 2, ты хочешь это спать? Так. Хочу, хочу кто? Спать. Машенька 1. Ну-ка, можно фейерверк? Фейерверк, дайте фейерверк, фейерверк. Даю, даю, даю. Бум шоколака. А и где чё? Этот? Пони дал этот пингвина? Пони дал. И пингвин тоже дал. Да вы в одном месте сидите, что ли? Не. Да-да, они в одном месте исключено. Так, фейерверк, фейерверк, фейерверк. Фейерверк, фейерверк. Ребята, у меня уже фейерверки заканчиваются. Я уже почти... Что-то имени спам. Да в смысле? Я никогда не бросил. Я их даю только по команде, ну или раз в 10 секунд. Так. Ну чё? Так, ну чё, меня поймали, меня поймали, если что. Да-да-да. Так, фейерверк, дайте теперь, я хочу послушать, где вы там. Даю, даю, даю. Бах. Мне кажется, они нас обманывают. Чего-то нет. Да, я либо они на окраине карты где-то находятся. Костя, вы все это время не давали фейерверков. Как там пингвин говорил то, что... Фейерверк, дайте фейерверк. Даю, 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 бах. Попасть в то место на этих, на проводах. Так, я знаю, как туда попасть, если они за карту вывезли, да? Пингвин с мэча в сундуке в деревне, смотри, смотри. Да, да, портал. Фейерверк, дай фейерверк, дай фейерверк, дай. Почти портал у нас. Дал. Ну вас нет на карте, по всей карте убежал. Во всех точках карты спросил бы фейерверку, и вас на карте нет. Ну, ребят, мы точно не читеры. Ну хорошо, дай, дай фейерверк, дай фейерверк. Слишком быстро сказал бах, потому что он не так быстро взрывается. Не, ну типа я как бы сдал. Хорошо, хорошо, ладно, последний, я у последней точки карты стою и спрашиваю, если фейерверк, если взрыва нет, значит, автоматически проиграли, потому что вы не на карте. Чего? Фейерверк, дай фейерверк. Чего? Фига ты выдумал. Ладно, запустил. Я был во всех четырех зонах карты и... О, вот сейчас услышал. Ну опа, да, они за картой, они за картой, за проводами опа, в той стороне. Опа, а, окей, опа, сейчас опа, тут залезу, опа, сейчас залезу. Ну так тогда зачем вы за карту выбрались, пацаны? Это типа да, не игровая зона. Мы не выбирали, сделали туда. Все по правилам, по правилам. Ну вообще, да, туда можно же, я же туда попал как-то. Нет, вот мы не так, как няшка бегали, мы туда вообще не бегали. Чего? Ну няшка, ты просто за картой. Да нет, там ты не сможешь пройти няшку, тут у тебя невидимые блоки. Так нет, чел, я смог туда за карту пройти через свой метод. Я понял, где пони сидел. Где? Он сидел в улье. Что? Что? А, в ульях сидел, окей. В ульях? Ты его убил? Да. А, ну да, нормально. Пони, ты че за мной? А вы че, ульи не прочекали за все это время? Что? Что? Пони, а кого ищешь? Подожди, если че за карту, вот, все, я попал за карту. А можно вопрос такой интересный? А че, типа, ты пингвина решил скипнуть? Он телепортировался через две... А чё, ты улей вообще чекал, нет? Да я оттуда свалил. Не, ты просто ты залетел, сразу на кнопку вторую нажал. А чё, нашли пингвина? Да, я нашел пингвина, я убиваю. А, красава. Ух, всё, теперь няшка ищет, няшка, давай. Да, всё, сейчас. О, боже мой. Уже замучились, пока искали. Да, мастер, пошли, покажу. Да я знаю. Так няшка тоже знает про это. Покажи мне. Чё? Нет, ты уже знаешь? Блин, ну ладно, тогда не покажу. А чё? Хочу пингвин, покажи мне. Таймер врубаешь, няшка? Чё, я вам... Я просто хотел кристалликс показать, так, а так всё. Ага, всё. Да давай я пойду с тобой, алё. Так нет, зачем ты мне там нужен? Не, это больно. Да какого фига пингвин? Что за фигня? Погоди, так я не успел! Шанс нашего... Так это пони! Пони! Зачем ты это сделал? Скажи мне, ты занимаешься? Он Вуджа только что из-за Вуджа меня убили. Я стою на дереве, и он такой: «О, мистер Няшка, прям на спавне, посмотри на деревья!» И Няшка прям на меня смотрит. Я не думал, что ты тоже тут спрячешься. Няша, как тебе это место клевое, да? Вот ты бы догадался бы, да? Вот, а я там прятался в первых двух раундах. А я увидел твою руку еще. Я такой смотрю, че, кто там? А ну типа ты бы наверх, не думаешь, что сразу бы вот так бы наверх? Ну, да, а че, вы искать будете или будете бегать вокруг спавна, чуваки? Ну Вуджа Крестюк. Вуджа Крестюк вообще чуть нас всех не спалил. В смысле? Я не думал, тут будем прятаться. А где? А сам ты где, Вуджа, тогда? Вуджа где? Я на спавне, я ж говорю. Что? Да Вуджа, да пошел нафиг. Хватит их сюда сумонить. На спавне и так мало воздуха. Я из шифта стою, я прыгаю. А чё кто-то шифт... Какого хрена? Пошел в жопу.
А почему я там без Гидыча стоял? А ты ближе просто... Да пошел, отпусти, отпусти. Нет, ты офига придумал. Ты что, мне лак машину создаешь, засранец? Я смотри, ты хорошо пусть. Какой же он хитро жопа, а еще... Еще и так. Стой, стой. Все лагает. Здорово. Думайся, давай выживем. Просто стоят. Конец, ты бы видел, мы там все на спавне стояли, и Вуджи такой говорит, мы на спавне, да, 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 мы на спавне. Так еще мы все спрятались. Да, мы там каждый за деревом стояли, там один человек. Ты поставил всех просто нас. Ты Вуджи, ты ищешь еще раз. Руинер, руинер. Не, ну ладно, в принципе, я не против еще поискать всех. Так, хорошо, а где Няшка? Пони, ты че? Пони ломает карту. Оно само сломалось, случайно. Пони, иди, да, ломай да, карту, ее билдеры строили, я деньги за это платил. Все, я восстановил карту. О, вижу Няшку и Пони, они что-то там бегают на спавне. Да там Вуджи сидит, вон он. Где, на дереве? В дереве внутри. А, внутри дерева? Телепорт. Там телепорт какой-то туда. Меня туда часто не ломай. А-а-а, я знаю, что это за нычки. Это за домом телепорт кнопка вроде. А, не, а, там не кнопка, там триггер, по-моему, автоматически срабатывает. Сейчас да, я да, туда да. Портанусь. Ща. О, господи, боже мой. Ё-моё. И где вас сейчас искать, засранцев? Вуджи, ну ты что, shift нажми хотя бы. Спрячься. Вуджи, shift. А Костя убежал, что ли? Да, я тоже убежал. А вы что думали? Вуджи, ну ты, конечно, кекич. Ну, Костя меня убил, а не убежал. Это считается, что убежал. Ну типа, а погоди, ну смотри, ты вот бежишь по парку, да, и за тобой маньяк. У тебя есть меч, и у него меч, да? Это что за ситуация? У нас что, Джастин какой-то? Ты не будешь обороняться, раз ты такой скажешь, ну ладно, что, я нормально пожил, можешь меня и кокнуть, в принципе, да? Типа, как ты себе это представляешь? О, да, как ты себе это представляешь? Ты, типа, тоже кокнешь? Ну, придется, типа. Ну, ты, типа, фейерверк, я... Фейерверк, фейерверк, фейерверк. Фейерверк, запускай ладно, фейерверк. Ладно, 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 запускаю. Бах. Что это? Господи, что это за салют на 9 мая? Но уже Пони не видит меня. Да как Няшка постоянно меня убивает. Ну ты фейерверк, я вижу там шквал, я в этом месте тоже прятался, меня тут Вуджи убил. А, да, вот Вуджи, он меня подставил, он тут бежал без шифта, я подбиялся и начал фейерверки запускать. Он туда дальше побежал, если что. Так, вы Вуджи нашли или нет? Вуджи по краю карты постоянно бегает. Отомстите Вуджи. Кто фейерверки, это где? Я запускаю фейерверки. Пусти еще один. Хотите, я тоже запущу. Что? Не, не хотите? В правом ухе, погоди. А в левом ухе? В левом ухе? Нет. Выходите! А он где-то в доме, он где-то в доме, потому что триггер тэпает за домом, тэпает в дом. А! Я кажется, понимаю, я вижу осколки этих фейерверков. Где он? Здорово, вот здесь были эти ошметки фейерверков. Здесь. У меня же писать. Ну вот тут, ты не понимаешь, я же показываю. Вот. А, да идем, я знаю, где он, давайте покажу. Сюда. Туда. Чудун. А где парки Вуджи были? Вуджи, дай еще фейерверки, я не понял просто где. А и он, видимо, по кнопке убежал. Да. А, ну и ну понятно. Так, он задолбал уже, если честно. Ловите его! Какая карта? Не дайте ему сгореть! Где он? Я дал фейерверк, если что. А пингвина чуть-чуть не поймали, что ли? Уже поймали его. А, я думал, его поймали. А ты убежал? От кого? Нет, я же тебя убил. Кто? Ты меня даже не видел. Зато и Пони побежал, а я из-за... Вуджи фейерверк. Так я только что дал. Еще один. Ну еще дай. Да господи, дурацкий телепортатор. Телепортатор! Погоди. Не, ну давайте так. Я в том месте, где уже из вас кто-то 100% был. Это я точно знаю. То есть во всех местах, да? Возможно. Фейерверк можно? Мне? Нет. Всем. Красиво. Ну прямо в доме ни одного звука было, чуваки. Прямо в центре дома ни одного звука не было. Если это что-то на краях карты. Опять это на краях, но ошиваются там эти крайники. Фух, как сложно. Что? Как сложно, ребята. Пони, привет, это я. Здорово, я думал, уже какую-то жертву нашел. Фух! Да ё-моё! Демастер! А посмотри назад. Пингвин. О, пингвин! Он сверху. Да, Пони, портайся к нему через дом, портайся. Давай, Пони. Портайся, он на провода уйдет, к проводам. А, Мяшка, ты что не шаришь, что ли, к проводам иди? Он на провода сейчас телепортируется. Я там? Уже там. А Пони почему кнопку не нажал? Чё, я тут, я бегу. А, да ты не туда вообще бежал, если честно. А где кнопка к проводам? Ну, уже Няшка туда что-то пнулся.
Да, там уже поздно. Ну, блин. Ну что, будете искать меня? Так мы ищем, Вуджи еще надо найти. А, да. Вуджи еще. Ладно, ищите Вуджи. Не-не-не, давай фейерверк, фейерверк. Ладно, запустил. Вуджа, фейерверк. Что? Куда он успел свалить уже за такой короткий срок? Так он успел до 10 раз, пока вы бежали. О! Пока вы бежали. А вот это где-то рядом было. Пока вы бежали. Так. Ну фейерверки почаще давайте, не слышно нифига. Почаще? Ладно, даю. Ну не каждые 5 секунд фейерверк, давайте, а то мы вас долго уже ищем. Тудун. Так что, вы искать будете? Мы да ищем, блин, ищем. В дверях, кто-то в дверях, походу, реально. Ой-ой. Что за ой-ой? Ой-ой-ой. Кто видит пингвина, может нам как бы раскрывать карты, няшка, ты можешь нам говорить, где, куда бежать. Я понимаю, но я не вижу. А. Если бы я еще видел. А вы фейерверки перестали, да, давать вообще? Ну вот, раз 10 секунд даю. А Вуджи не дает, да? А Вуджи, вы слишком рядом. Вуджи не дает, да. Он просто боится. Он боится. Нет, ну не фейерверки. Так, алло, Влад. А, нет, стоп, теперь из другого. Вуджи фейерверк. А, Вуджи в доме. На втором этаже, кажется. Опа. Опа, накалыч пошел. Да, Вуджи поймал. Все, Вуджи бьет. Красава. Я Вуджи. Ну, чувак, вы его не нашли, почему? Он же там в доме был. Вы вдвоем выходите из норы, он там и сидел. А потом кнопку нажал и телепортировался. Нет, чтобы вы понимали, няшка постоянно со мной рядом в дверях был. Да я лазил в эти двери, я нашел Кристалликс, кстати. Молодец. А где Кристалликс? А где дверях? Да, вот где в двери? Там в двери? Фейерверк, запустил. Так, а где это, пингвин? Взорвался красивый. Тогда пингвин, дай подсказку, давай. Я уже просто устал. Давай. Давай так. Я на открытом месте. Бам! Класс. Блин, на окраине карты или за картой? Не-не, в карте. Вот запустил прям... Что? Запустил прям... Не, ну вы в небо, если смотрите, то как бы увидите. Да он на дереве, он сидит. Бах. Где провода? Бах. А, он опять на проводах своих любимых. Короче, я снизу над проводами, портусь на провода, няшки, выкурим его оттуда, все. Погоди, я в какой-то жопе застрял. А как на проводах? Няшка, ты можешь на провода просто пойди портнуться? Туду. Да. Что? Туду. Вы чё сидели? Валим его, валим. Он бежит на провода портнуться, на провода бежит портнуться. Вуджи, останься у проводов останься. Вуджи, я говорю, у проводов останься, не, Вуджи бежит. Ладно, я у проводов останусь, буду умным. А как он, погоди, почему няшка к проводам не шел в это время? Няшка, ты руинер или что? Я застрял в этих. Останьтесь у проводов, но он сейчас еще раз туда портится, вы что, не понимаете, что ли? Почему никто из вас не остался его там ждать? Он спрыгнул вниз, я бегу за ним. Там просто на телепорте может стоять и все, на провода портает. Окей. Да вот сейчас мы типка убьем. Да вон уже на стол. Хватит портнулся, няшка, ты прикалываешься, он сейчас тебе портится, он тебе портнулся, няшка. Да куда вы все? Где пингвин? Да боже, вы прикалываетесь, я не понимаю. Вот он, я бегу за ним. А ты где бежишь-то? Ну на спавне он опять на провода портается. У меня все зависло. Убивай. А почему вы такие, я не понимаю, почему я говорю, Вуджи, останься у проводов, он бежит на кнопку нажимать. Я говорю, стойте там, подождите, он сейчас там портнется, они убегают за ним всей толпой. Вы вообще, вы умеете, знаете, что такое командная игра, чуваки, я просто не понимаю. Тимплей! Он просто бегает по трем кнопкам, нажимает по одним и тем же, вы не можете просто встать у кнопки и ждать, пока он к ней перебежит. Пока все остальные гоняются, серьезно? Ну это вообще в шоке. Няшке говорю такой, типа, подойди к этому. Он ничего нам не говорит, что он застрял, что он не идет, что... Когда мы уже сами два круга наматываем, а няшки все еще нет, няшки такой, ну я застрял вообще-то, я просто решил вам не говорить, у меня же нет бойса, чтобы это сказать. Ну я вообще не понимаю. Я теперь понимаю, почему так долго искали пингвина, потому что он просто три кнопки бегал, нажимал. Ой, да, подгорело у меня тогда. Я когда видел, как вы за ним бегаете, это было вообще жесть, конечно, чуваки. Руи... Я подгорел, когда я бежал за Вуджи. Вот, ну что ж, дорогие друзья, играли мы на карте Маша и Медведь. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте ваши лайки. Сложная карта, на самом деле, очень много здесь телепортов. Это, наверное, одна из немногих карт, которые я вообще не знаю по телепортам. Тут еще куча телепортов, которых я не знаю. Такие нычки нашел, я извиняюсь. Да, вот. Ну что ж, подписывайтесь на наши каналы, ставьте ваши лайки. С вами будет The Master, Вуджа, Пони, Пингвин и Няшка. Всем удачи и всем пока-пока. Пока. Всем пока, друзья. Всем пока.